пятницу в Самарской области преимущественно пасмурная погода, местами выпадет небольшой снег, дневная температура чуть понизится, минус 6, минус 10 градусов, ночью 10-12 ниже 0. В Сызрани пасмурное небо, утром небольшой снег, днем минус 8 градусов, ночью минус 10, ветер южный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно, днем минус 7, ночью 11 градусов ниже 0, снег. Ветер южный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурная погода без осадков, температура днем 9 градусов ниже 0, ночью до 11 мороза. Ветер юго-восточного направления 1 метр в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.